Друзья, всем привет! Начинаем свою съемку с Лузы, с заправки. Выезжаем в Великий Устюг, чемпионат Великого Устюга сегодня. На улице минус 30 на данный момент. То есть, ну, это предсказуемо было и готово к этому. То есть, одеваться надо теплее, все будет окей. То есть, и там где-то вторая самая температура, потому что сейчас уже с утра зашел в группу Великого Устюга рыболовную. Вычегодский минус 31 показывал там. Ну, 25, может, было днем, может, даже 23-24. Но сильное потепление уж надеяться не будем. То есть будем готовы воевать в плохой погоде. Ладно, не знаю, сами соревнования будут ли кто снимать, найдем ли человека. А так вот постараюсь поснимать максимально больше. По крайней мере, хотя бы награждение. Все и такое, мод, сама рыбалка, мод, не попадет в кадр. Подъезжаем к месту, там уже что-то происходит, разбивают зоны по ходу дела. Знаю, машины где-то стоят, народ по лесу бегает, фонарями, но уже вот старт дали. Лодка там лечили. А что тут, где машины-то тормозят? Так вон и разъезды специально очищены. Да вон, сколько там, патриоты подъедем. Охуя, там поставь костры. Я думаю, что он держит? Пулемет. Пока никого нет, можно заполнить табеля. Дописать себе пару килограммов. Так, стоит, и не холодно вроде бы. Не, ничего не мернет, кроме рук. Когда что-то ковыряешься, руками сейчас удочки собирал, их мернут. Утро всем неравнодушным к рыболовному спорту. Спасибо вам, соли. Морозный день. И не побоялись в первую очередь. Уважаю вас и поддерживаю, так как сам рыбак. И сегодня участвую. Мы рады приветствовать вас на чемпионате муниципального района по рыбной ловле на мормышку. Сегодня мы собрались в поселке Кузино, в нашем любимом затоне, посоревнуемся. Так, что бы мне хотелось сказать. Соревнования проводятся при поддержке Кузинской администрации, администрации Великоустюгского муниципального района, Кузинской спортивной школы, а также наших спонсоров, магазинов «Рыбачок», «Клевое место», «Бар» и «Рыболовный рай». За подарки, предоставленные спонсоров, вы тоже можете побороться. Поэтому вам хочется пожелать ни хвоста и ни чешуи. Черту. Так, ура! Главный судья соревнований. Барболин Евгений Юрьевич. Просто хочу его представить. Так, приветственное слово для открытия соревнований предоставляется главе кузинского поселения Балиной Ирине. Дорогие участники, мне очень приятно приветствовать вас здесь, ну, говорится, на кузинской земле, но мы будем говорить на кузинском льду. Такие соревнования у нас проходят второй раз, и каждый раз нам везет с погодой. Поэтому особенно приятно, что вы бесстрашные, самоотверженные, ну и не боящиеся никаких преград.
играть, даже которые от нас не зависят, я имею в виду рыболов. Поэтому я желаю вам удачной ловли в нашем затоне, рыбу всю не доставать, ребятам нашим тоже кузинским надо оставить. Ну и победы в любом, во всех конкурсах, которые сегодня здесь будут объявлены. Удачи! Спасибо вам за то, что почистили дорогу, привезли дров. Вчера очень старались, а вы сейчас отлично. Еще вот хочу представить, два судьи, помощника, они будут в зонах. То есть ловить, если что, обращаться к ним. То есть там периметр 5 метров, под лунки-лунки, они помогут, если будут рядом, и будут смотреть, чтобы никто ничего не нарушал. Рыбку поймать вам на видео, она что-то отказывается. Что, друзья, этот тур подошел к концу, рыбу долго искал, но нашел все-таки. Сейчас не знаю, пойдем взвешивать. Посмотрел по уловам, нулей вроде нету, но и много никто не лохматил, так что плотно все равно должны быть все. Ну, у меня окунь средненький такой был, максимально грамм от 80 такой. Некоторые штучки. А так, в целом, ну что сказать, по моему лицу видно все, что трудно сегодня дается рыбалка. .396. Я обошел меня. Он такой. Это 50 кило. Поймал. Рыба. Он 1.390. Это чё? Четвёртый! Четвёртый, чё? Рался, походу. 215! Ну не полторы рыбины, как ты в Бенгале заловил. Восьмой! Не весит ничего. 269! Какой это? Восьмой! Давай, давай. Вот такие рыбки у нас ловятся. Да.
Не, ну хоть маленько так, а то совсем-то ничего даже неинтересно было. А у вас еще почему? Очень плохие фотографии. Да? Хуже. Дай Лёха такой пакет. Какой тебе пакет? Ни хрена, тут раскупили печку. Живу на пятый. Пятый? О, давай, да. 19-й. 19-й. Морозов. Все, ты чемпион. Да, ну, иди домой. 272. О, все на рекорд пошли. Рекордный пакет. Третий. Нет, два это на гора. Ну, гремело, но только бум. 66. Лакуней. Седьмой. Седьмой. Кто умел, блядь, кто подъебал? Пакет есть разорванный. Юрка? Нет, не девятый. Это твой? Нет. Ни хера там окуни. Килограмм 44. Это да? Нормально. Седьмой. Кто седьмой? Дима, готовься. 22. Уточки. Это я, блядь. Ну давай. 21 человек говорили, 22 номер. 165. Да, да. Меньше, блядь. Девятый у меня. Девятый? Да, должно быть мое. Больше, чем моего. Где-то нашкерил, блядь. 971. Нормально. Куда? 971. Дым поснимай. Дым поснимай. Заведенная машина. Думал, что за глюк это, блин. У Ивашевского на стене тигр. Тигр каратист нарисован. Это утро у меня. Блядь, что я замерзал. Ну что, завершился чемпионат Великолепского муниципального района по рыбно-ловленому мормышку. Итоги подведены, и они следующие. Но перед тем, как мы начнем призовых мест и так далее, давайте поблагодарим и поздравим за участие единственную девушку нашей немаленькой компании. Подавайте пример. Да. Ну и тех, кого я буду называть, приглашать, потом давайте напротив, на фоне баннера сфотографируемся. Так, 10 место в упорной борьбе. Лишь по весу мы могли определить этого участника. Занимает Муравьев Илья. Ура!
года. Это вот самый понимающий, самый крупный опыт. Да не снимай. Давай, главное. Становится Акураев Николай. А вот, все, у меня тоже записано. Коля, на фотосессию! На фоне баннера. Восьмым его соратник Морозов Андрей. Якорь впереди, планету всей. Седьмое место занимает самым большим уловом во втором туре Касаткин Дмитрий. Шестое место. Игорь Вяткин. Димон вырвал, побежал за нами. Чуть-чуть не хотел, да, Димон? Алексей Тарасов пятым стал в этот раз. Это почти деревянная. Забрал у меня деревянную. Забрал. Ивашевский Сергей занимает четвертое место. Деревянную. Отобрал у Тарасова. Поздравляю. Ну и теперь тройка. Негодяя. Так, хочу напомнить, что призы предоставлены нашими спонсорами. Рыболовный рай, левое место, Барс и магазин Рыбачок. Итак, за третье загородили. Место награждается. Чемпионат Великоустинского муниципального района по рыбной ловле на мормышку. Барголин Евгений. Как я думаю? Грамоты. Ну и подарок для Евгения есть. Пакетики собраны. Это вам. За второе место награждается с разницей третьего в один балл Бутеров Евгений. Сколько баллов? 8-9. Когда уже из серебра ты вылезет. О, а это Ну, определил наш гость из Лузы. Рождается Юрий Сергеев. Молодец. А вот не привез бы я кормового мотыля. Короче, ты виноват. Грамоты. Памятным кубком. Ну и главный приз. Это больше тут. И пакетик еще с подарками. Все, это наше. Что упало, то пропало. Ракетница. Давайте наше, давайте вместе, да? Молодец, Юрий. На кого смотреть-то? Вообще. На Колю Кузнецова. Да ладно, давайте. Давайте все общее. Налейте Юрий туда. Юрий тоже на колено сидит. Маленькие. Катя сейчас сразу замерзла. Давайте быстрее в позу. Опять мужини было списать, опять просрали. Ничего. Секунду. Камера мешает. Дарю. Сложи на лунку. Мне-то помашите хотя бы. Не только кубка. Ура, мы отстояли. Нам морозы. Все, спасибо. Нам морозы. Спасибо. Что ж, друзья, съездили на чемпионат Великоустюга,
ну как, Великоустюгского муниципального района, или как-то там, удалось все-таки победить. Сумма баллов 4, то есть в обоих турах я был второй. Удалось с отрывом, то есть у второго места 8, у третьего 9 очков. Ну, короче говоря, нормально выступил, стабильно. И вот медаль где-то еще есть даже. Понравилось, как выступил сам по себе. И как бы, может быть, какие ошибки были, но, в принципе, пустяковые. Так ничего такого сложного. Водоем интересный. Блин, офигевал над размерами рыбы у некоторых рыбаков, потому что окуни пролетали, блин, бонусы такие просто, все. Вот, допустим, во втором туре Дима Касаткин выиграл тур, у него там окуни, блин, по 250 грамм, там немного, но все-таки, вот, пару таких вот зацепишь, считай, в туре влетаешь хорошо, поднимаешь сразу вес, потому что если до килограмма вот еще были веса, то есть у меня где-то чем-то, у первого места был килограмм, во втором туре, то такие окуни хорошо тебя поднимают в таблице наверх. Что, друзья, следующие соревнования, кубок Кировской области. Увидимся там. Ну и, естественно, выпуск «Обольная рыбалка». Всем пока, увидимся. Ура!